Амурском мосту на Алтае. Ветер сильный, машины идут. Это речной вокзал. А это вот Знаменский монастырь. Видать, тут когда-то даже епархия была в первом году. Вот так вот, вот тут по траву, с моста. Вот здесь была выставка БДНХ, где город Барнаул написан. Вот. Кладбище стало. Теперь там раскопали все, и будут строить храм, говорят, так пишут. Кости человеческие трупы, все раскопали, все это валяется, вывозят. Дальше телевышка там. Вот, вот это вот река Ок. Сейчас еще она путная. Сколько катерков. Тоже развозят людей куда надо. А дальше вон далеко куда идет. Это на Валтайск. В России места всем хватит. Кто бы откуда ни приехал, тут просторы бесконечные. И земли полно, и заводов полно, остановленных, вот обновляй, начинай. Софта, тракторный завод, чего только не было, резинотехнических изделий. Ты ничего не слышишь сейчас.